Всем доброго времени суток. Хочу прояснить ситуацию насчет того, будет ли Энги Нолтан в сериале «Основание Осман» играть своего персонажа Эртугрула. Но сначала коротко объясню, кем является сам Эртугрул и как связаны два сериала «Воскресший Эртугрул» и «Основание Осман», так как знаю, что многие не знают связи между этими сериалами. Так вот, Эртугрул является отцом Османа, а также Эртугрул – главный герой в сериале «Воскресший Эртугрул», который выходил до «Основания Осман». То есть сериал «Основание Осман» – это продолжение сериала «Воскресший Эртугрул». Всего в сериале «Воскресший Эртугрул», по-моему, вышло 150 серий, и этот проект он уже закрыт. Надеюсь, что теперь все для вас прояснилось. А насчет участия Энгина Алтана в сериале «Основание Осман» скажу, что в первом сезоне он точно не появится. А если Мехмед Баздак нашел актера для роли Эртугрула, то наиболее вероятным кандидатом является Джихан Юнал. Не так давно в Инстаграме ходил слух об этом, что Джихан Юнал, он сыграет роль Эртугрула в сериале «Основание Осман». И если у вас возникает вопрос, почему в первом сезоне Энгин Алтан не будет сниматься, то я вам отвечу. И это все потому, что когда снимали сам сериал «Основание Осман», Энгин Алтан играл в другом сериале совсем другую роль, и он чисто физически не мог никак сниматься в первом сезоне сериала «Основание Осман». И по этой причине в первом сезоне «Основание Осман» Энгина Алтана в роли Эртугрула ждать совсем не стоит. Если вдруг в первом сезоне Эртугрула не покажет, то есть шанс, что в втором сезоне «Основание Осман» именно Энгин Алтан, если согласится, будет в роли Эртугрула. Но это только если в первом сезоне он не появится. Надеюсь, вы подписались на мой канал, поставили лайк под этим видео. Жду ваших комментариев внизу под видео. И спасибо всем за просмотр. Желаю всем удачи и здоровья. Yeah.